Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас всех на нашем канале. И сегодня я протестирую формочки вот такие вот для подачи салатиков, для оформления салатов. Я недавно была в Фикспрессе и приобрела вот такие две формочки. Одну круглую, другую квадратную. И заодно я приготовлю салатик, который будет называться «К вашим услугам». Для его состава я приготовила грузди маринованные, колбаска варено-копченая у меня 120 грамм, грузди 100 грамм, 2 яйца, 100 грамм кукурузы консервированной, 100 грамм сыра, майонез, черный перец и зубчик чеснока. Ну, также это по желанию, у меня вот нашлось 2 листика пекинской капусточки, я тоже их буду использовать. Я обрежу вот эти жесткие места, так как я буду подавать порционно, я сразу буду салатик класть на эти листики. И следующий листик кладем на другую тарелочку. Я эти формочки помыла, протерла. Стоимость их 55 рублей. Я их не рекламирую, я сама о них долго мечтала. Поэтому, может, кому-то понравится. И тут как раз преддверие Нового года. И вы закупитесь и будете их использовать. Для начала я беру колбаску. Мне нужно ее порезать мелким кубиком. Этот салат послойно класть на тарелочку не обязательно, не принципиально, можно его перемешивать. Я в одной формочке постараюсь сделать послойно, а в другой просто перемешиваю. Посмотрим, какая подача будет лучше. Для первого варианта я смазываю листик пекинской капусты немного майонезом. Так, это у меня будет первый вариант. Теперь сюда кладем колбаску. Приминаем, промазываем майонезиком. А вторую часть я буду перемешивать. Я это кладу в мисочку. Насыпаем сюда кукурузку. Оставшуюся в мисочку кукурузу. И нарезаю чесночок. Уплотняем. Когда уплотняю, все за крышечкой тянется. Аккуратней поэтому нужно. Теперь крошим яйцо. Другой вариант. Сюда тоже добавляем чесночок. Добавляем немного перчика. Теперь я измельчаю грузди маринованные, ну, чтобы они не были такими крупными. Оставшиеся высыпаем в мисочку. Теперь осталось сверху посыпать сыром. Я сняла сразу формочку. Я переживала, что я ее не промазала маслом. Но, как видите, слои удались, получились. Вот такая подача. Можно по бокам тоже украсить сыром. Ну и сверху придумать какое-нибудь украшение. Ну, например, вот такой вот грибочек положить. И теперь нужно это все заправить майонезом.
Оставшееся мы все перемешиваем с майонезиком. Бледноватый листик для украшения. Ставим колечко. Тут даже получится две порции, наверное, из этого варианта. Этот вариант делать намного проще. Немножко утрамбуем. Не до фанатизма, конечно. Тоже сразу же снимаю кольцо. Смотрите, какая красивая подача получилась у нас. И можно украсить грибочком. И салатик готов. И формы протестированы. Я, в общем, ими очень довольна. Буду стараться наше меню делать не только вкусным, но и красивым. Напишите, девочки, в комментариях, какая подача вам больше нравится, послойно или перемешано. Ну и салатик к вашим услугам. Понравился ли он вам? Очень просто, легко. И из доступных продуктов все, что дома было, то и положила сюда. А мне остается пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья. Будет здоровье, все остальное будет. Всем пока-пока, до новых встреч, всего самого наилучшего. Всем еще раз огромный привет. Сейчас я пробовать буду. Смотрите. Сейчас будем пробовать. Вау! Как все необычно. Так, а вот это бонус. Девочки и мальчики. Я очередной раз удивляюсь. Какая у меня жена умница. Всем пока! Забыл сказать, я ощущаю себя на празднике. Смотрите, как красиво.